Туалет советских времен. После ремонта. Что, проверим, как ремонт прошел? Пол покрашен типичной краской. Масляной. Оливковой. Вот такие двери. Так, покрашенная мойка. Поверх эмали. Кран советского образца, кстати. Точно советского. Заходим в главное помещение. Поворачиваемся направо. Писсуары. Один кто-то унес. Красиво разукрашено. Еще все пахнет краской. Так. Вот такой обзор. Дальше. Что тут у нас? Сливные бачки. И вентиляция. Даже вентиляция. Так. Проверим, как работает сливной бачок. Очень важно. Как он работает. Давайте положим вот эту штучку. Эх, укатилась. Жалко. Ладно. Ну что, нажмем. Проверим, насколько работает. Хорошо, сливной бачок. Типично они сливают плохо. Проверим, нажимаем на ручку сверху. Серьезно, работает. Друзья, если вы сливаете, пока сидите. Смотрите, что база не смыла. Что, давайте проверим, как здесь. Ну и прекрасная большая корзина. Большая корзина для мусора. Ну что же, проверим, как работает здесь сливной бачок. Серьезно. Так, внимание. Нажимаем сверху. Внимание. Вот так вот. Ну что, сливной бачок работает. Туалет можно посещать. Все будет смыто и слито, как положено. Green my life. Я знаю, ты знаешь, ты можешь позитивный вирус.